Сегодня мне к обзору попались угли. Так, угольные стикеры такие. Сделано в Германии. Черный уголь. Ложится в специальную грелку и поджигается. Miltec D. Deutschland. Стоимость 10 таких стикеров, кусочков piece, да? А, кстати, здесь на английском написано. Hand Warmer Sparafil Sticks. А здесь по-немецки. А, уже перевод здесь даже. Английский на другой стороне. Здесь 20 piece, а здесь 20 sticks. Вот, около 150 гривен, это где-то около 3 долларов. Ну, раскрывать не будем. Тайну, так сказать, что там в середине. Ну, будем думать, что угольки.